Хорошие новости, друзья! Горшок жив! Город на Марсе вырастет за 20 лет. Старые мультфильмы не будут подвергать цензуре, а голограммы скоро можно будет потрогать. А теперь подробнее. В начале ноября художник Дюран выпустил комикс о голосовом помощнике «Горшок», который на любой вопрос отвечает цитатами из песен «Короля и Шута». Разработчик Яндекса Марат, фамилию он попросил не называть, написал навык для голосового помощника Алиса. После специальной команды Алиса переключается в режим «Горшка». «Горшок» реагирует на фразы, использованные в комиксе. Если спросить о новостях в мире, помощник ответит: «Гибнут урожаи, а вокруг чума и холод, и ветра залетные приносят жуткий голод». А на просьбу «Горшок, включи свет в прихожей» можно услышать: «Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте». Ну или как-то так. Если пользователь задаст какой-то непонятный вопрос, «Горшок» ответит громким «Хой!». Глава компании SpaceX Илон Маск поделился планами по освоению Марса при помощи космических кораблей Starship. Он заявил, что для создания первого марсианского поселения понадобится около 20 лет. Маск отметил, что для организации поселения на планету нужно будет доставить миллионы тонн оборудования и ресурсов. В процессе будет необходимо задействовать тысячи кораблей. Starship будет иметь длину 50 метров и диаметр 9 метров. Его грузоподъемность будет достигать 150 тонн. Корабль будет запущен в космос с помощью массивной ракеты под названием Super Heavy. Она также будет иметь 9 метров в диаметре и длину 68 метров. Предполагается, что сверхтяжелая ракета будет иметь 24 двигателя «Раптор», но их число может достигнуть 37. По словам Маска, в следующем году SpaceX готовится выпускать по одному двигателю «Раптор» в день, и большинство из них будет иметь до 300 тонн тяги. Общая тяга таким образом составит 100 тысяч тонн. Пока же все космические аппараты суммарно доставляют на орбиту около 500 тонн полезного груза ежегодно. Отдельный контент, запущенного в США и Канаде стримингового сервиса Disney+, оказался помечен как содержащий устаревшие культурные образы. Дисклеймер сопровождает мультфильмы «Леди и бродяга», «Коты-аристократы», «Книга джунглей», «Дамбо» и другие, в которых ранее были обнаружены элементы с расистским подтекстом. Так, в лентах «Леди и бродяга» и «Коты-аристократы» сиамские кошки представлены азиатами, что подчеркивается акцентом и музыкой. В мультфильме «Питер Пен» спорной оказалась сцена с коренными американцами. Потерянные мальчишки хотели узнать, почему индейцы краснокожие, на что получили ответ, якобы их принц застеснялся, поцеловав девушку, и с тех пор весь народ красный от смущения. Расистский подтекст нашли и в «Книге джунглей». Там король обезьян Луи заявляет, что хочет быть как Маугли. В образе Маугли американский зритель разглядел намек на цивилизованного белокожего американца, на которого и хочет походить выходец из Африки. Ученые представили голографический дисплей, изображение на котором можно увидеть, услышать и потрогать. Британские физики создали акустическую установку из двух блоков ультразвуковых динамиков. Между блоками расположен физический пиксель — легкий полимерный шарик, который держится в воздухе и перемещается благодаря звуковым волнам. Скорость перемещения достигает 8 метров в секунду. Человеческий глаз такое движение маленького объекта воспринимает как смазанное, и за счет этого формируется картинка. Чтобы линии, которые возникают в результате движения шарика, могли быть прерывистыми, а картинка цветной, используется небольшой проектор. Он работает по принципу стробоскопа, освещает шарик короткими цветными вспышками, в результате чего возникает висящее в воздухе полноцветное трехмерное изображение, способное быстро меняться и двигаться. Те же самые акустические блоки, которые используются для управления движением шарика, обеспечивают звуковой и осязательные эффекты. Происходит это за счет акустических волн, которые формируют зоны повышенного давления воздуха. Большую часть циклов своей работы ультразвуковые динамики работают на удержание шарика, а в некоторые моменты переключаются на создание гаптических точек, которые можно ощутить как твердую поверхность при прикосновении. Дело осталось за малым — найти коммерческое применение этому изобретению. Предлагайте свои варианты в комментариях. А на этом у нас все. Спасибо за внимание и не забывайте подписываться.